Это четвертая по счету книга стихов, только в этот раз работа над ней длилась почти 8 лет. Первое стихотворение в этой книге было написано в 2009 году. Это очень оригинальное и интересное издание. Над иллюстрациями трудились анапские фотохудожники Ирина Серова и художник-дизайнер Илья Копанев. В книге 5 тематических разделов, и каждый не похож на предыдущий. Один из разделов – киностихи. Эта поэзия посвящена киногероям. А есть раздел, посвященный любимому городу. Впрочем, все секреты будут раскрыты на презентации. В это воскресенье, 21 мая, в 15:00, в Каминном зале Центра культуры «Родина» состоится презентация моей новой книги стихов. Я буду рад видеть всех, кто ценит мое творчество, кто интересуется современной русской поэзией. Всех, кто просто захочет провести время интересно, увлекательно и, надеюсь, с большим чувством иронии, которое свойственно моему творчеству в целом.